поручить испытателям, которые мы написали с Назифой Каримовой, сейчас он с Алихарги испытывает сложнейшие самолеты. О нем песня, сейчас вы все увидите на экране. Ильдус Керамов, а песня называется «Аэроплан». Назифа Каримова, Сюзляри. Шахиды болысыз, сәхнеге жағашақ егітіміз әлбәттесіз, алқышлар бәк баршыларсыз. Дорогие друзья, вы наверняка многие все знаете, какой огромный вклад носит Наиля Ханум в популяризацию татарской культуры. Именно благодаря ей по-татарски запели Барри Алибасов и группа «Нана». Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», «Бурановские бабушки» и всегда огромный, очень теплый отклик вызывал у слушателей. Вызывали ее дуэты с Маратом Башаровым, который сегодня тоже приехал к нам на концерт.